Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сахарном диабете. Тема актуальнейшая и волнует человечество с каждым годом все больше и больше. Недаром 14 ноября весь цивилизованный мир отмечает Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Пойдемте и мы поучаствуем в этой борьбе. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сахарный диабет. Мы еще выясним, почему Всемирный день борьбы с диабетом отмечается именно 14 ноября. А сейчас давайте все-таки узнаем, а что же по этому поводу думают наши эксперты. Сахарный диабет? Сахар – это что кидать в чай, чтобы чай был сладкий? Нет, сахарный обед. Диабета. Обед – это когда все едят. Ну, сахарный диабет – это такое. У моего дедушки такое есть. Сахарный диабет берется, если ты старый, и ты ешь много, очень много ешь сахара. Или много чего-то другого сладкого. Ну, больше надо кушать что-то горькое, как лимон. С лимоном можно сахар кушать, он же горький лимон. У моего друга сейчас сахарный диабет. Это болезнь навсегда, нужно всю жизнь уколы делать. Есть такие приборы, которые их надо на палец, как будто прививка маленькая, уколоть и измеряют, какой у тебя там сейчас сахарный диабет. Потому что, вот, например, болит живот и хочется что-то съесть. И потом проверяют, какой сахарный диабет. Если мало, то дают там или печенье сладкое одно съесть. И сахарный диабет чуть повышается, и тогда уже живот перестает болеть. Обратите внимание, наши эксперты продемонстрировали достаточно глубокое знание вопроса. Тем не менее, уверен, что у вас, Луиза Васильевна, уж точно еще какие-то вопросы остались. Ну, вопросы, конечно, остались, но главный вопрос, что это такое, сахарный диабет? Итак, сахарный диабет – это заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови. Оказывается, человек, а мы, кстати, это уже знаем, энергию получает исключительно из глюкозы. Вот глюкоза попадает внутрь клетки, и там с помощью особых там процессов она становится источником энергии. И оказывается, вот тем ключиком, который пускает глюкозу внутрь клетки, является особый гормон, который называется инсулином. Если инсулина мало, то получается следующая ситуация. В крови очень много глюкозы, сахара, но в клетках сахара нет. И организм испытывает голодание энергетическое, ему неоткуда получать энергию. И такое состояние, которое проявляется совершенно определенными симптомами, очень показательными, такими симптомами, как жажда, активное, очень частое мочеиспускание и постоянный голод. Это состояние известно с незапамятных времен. Его многократно описывали древние врачи. И вот эта болезнь и называется сахарным диабетом. Тем не менее, мы еще, наверное, сегодня об этом поговорим, оказывается, под одним и тем же словосочетанием «сахарный диабет» кроются несколько очень похожих, но в то же время очень разных болезней, которые по-разному лечатся. Поэтому это очень сложная наука – лечение сахарного диабета. Ваши вопросы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, сахарный диабет – это болезнь, которая по наследству передается? Для того, чтобы мы с вами говорили о том, передается это или не передается, давайте для начала попытаемся понять, какие же основные разновидности сахарного диабета. Это принципиально важно. Главное, в поджелудочной железе есть особые островки из клеток. Эти островки получили название островков Лангерганса. Лангерганс – это немецкий физиолог, который, правда, будучи совсем никому неизвестным студентом, в возрасте 20 лет
описал в поджелудочной железе вот эти самые островки, которые потом были названы его именем. И потом, только через там какое-то время, через примерно 25 лет, выяснилось, что вот эти островки содержат клетки, которые вырабатывают особое вещество, которое регулирует обмен углеводов. Назвали его инсулином, потому что по латыни «островок инсуля». Но что он из себя представляет, какова его структура, какова его формула, было никому неизвестно. И только в 1922 году канадский хирург Фредерик Бантинг смог выделить в чистом виде вместе с помощниками вещество, которое он назвал инсулином. И уже в 1923 году он за это получил Нобелевскую премию и стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии в области медицины в 32 года. Ровно 90 лет назад, то есть можем отметить этот юбилей, в этом году. Тем не менее, именно 14 ноября, день рождения у Фредерика Бантинга, и именно в этот день, отдавая ему должное, весь мир отмечает День борьбы с диабетом. Так вот, оказывается, под влиянием каких-то факторов, которые толком науке неизвестны, начинают вырабатываться антитела и разрушаться вот эти самые клетки, которые вырабатывают инсулин. И такой вариант диабета, при котором погибают вот эти клетки, он, как правило, возникает у детей или у очень молодых людей. Ну, практически в 100% случаев до 30 лет. То есть у взрослых, у зрелых людей он не возникает никогда. Это даже называют термином ювенильный, то есть юношеский, да, диабет молодого возраста. Или его еще называют сахарный диабет первого типа. То есть при этом варианте диабета нет или не хватает катастрофически инсулина, но нет клеток, которые его производят, и лечение только введение инсулина. Это понятно. Но существует и сахарный диабет второго типа, который отличается самым принципиальным образом. Его развитие связано с ожирением. То есть в организме постоянно избыток сахара, избыток глюкозы в крови. Не потому, что плохо работает поджелудочная железа, а потому что плохо работает голова у того, кто жрет все, что надо и что не надо. И тогда развивается сахарный диабет второго типа, при котором инсулина очень часто достаточно. И даже, может быть, больше, чем надо. Просто из-за того, что организм постоянно жрал, что попадя, его клетки разучились понимать команды инсулина. То есть, еще раз, представьте себе, клетка – это дом. Есть дверь, через которую надо заносить глюкозу. Откроется дверь или не откроется, определяется ключиком, который называется инсулином. Понятно? При первом варианте диабета нет ключа. Сахара полно, ключа нет, он не попадает в клетку. Да? При втором варианте сахара полно, клетка готова его принять, ключ заедает, не работает. И пока мы не научим клетку правильно общаться с вот этим огромным количеством сахара вокруг, правильно регулировать потребности в энергии, ничего не получится. А как научить клетку? А. Дать организму физические нагрузки. Уменьшить лишний вес цивилизованными способами. Опять-таки физическими нагрузками и диетой. А теперь, я только теперь могу позволить себе ответить на ваш вопрос. Наследуется это, и отсюда есть ли какие-то способы профилактики? Да, наследуется, товарищи. Особенно сахарный диабет второго типа. Потому что если у папы лишний вес, и у мамы лишний вес, и вся семья жрет, что попало, так, конечно, будет наследоваться. Но что будет наследоваться? Образ жизни сплошь и рядом. Но если у вас в роду, у пожилых людей есть сахарный диабет, то, естественно, у вас однозначная склонность к тому, что у вас в определенном возрасте будет сахарный диабет второго типа. Что вам надо? С малолетства учиться правильно питаться, иметь физические нагрузки, не допускать лишнего веса. Что же касается сахарного диабета первого типа, то действительно есть некая тенденция к тому, что больше вероятность будет. На самом деле, если у мамы диабет, то вероятность того, что он будет у ребенка, не превышает 2-3%. Если у папы – около 5%. Если у обоих родителей – около 15%. Но, как вы видите, нет здесь четкого наследования. Другой вопрос в том, что имеются факторы риска. Считается, что некоторые инфекционные болезни являются как бы тем пусковым фактором, который запускает развитие диабета. Поэтому понятно, что если мы закаляем ребенка, если мы следим за его здоровьем, за правильным формированием иммунной системы, не пихаем его кучей ненужных лекарств. Таким образом, мы тоже как бы занимаемся профилактикой. Тем не менее, вот сахарный диабет первого типа – это
однозначно не повезло. Если сахарный диабет второго типа, условно говоря, сам дурак, то сахарный диабет первого типа не повезло. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, является ли сахарный диабет причиной медотвода от прививок? Обратите внимание, мы уже неоднократно подчеркивали, медотвод от прививок необходим тогда, когда наша иммунная система не в состоянии безопасно и адекватно отреагировать на введенный вакцинный препарат. Особенность сахарного диабета состоит в том, что при этой болезни инфекционные заболевания протекают тяжелее, вероятность осложнений больше. Поэтому дети, больные сахарным диабетом, рассматриваются как те, кому прививки необходимы в первую очередь. Понятно? То есть, если вам не обязательно делать прививку, например, от гриппа, то ребенку с диабетом нужно не только те вакцины, которые включаются в календарь, но и дополнительные прививки, потому что грипп для ребенка с диабетом – смертельно опасная болезнь. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а по каким признакам родители могут понять, что у ребенка диабет? Ну, главные признаки – это три главных симптома, о которых мы вот сказали. Это частое мочеиспускание, постоянная жажда, причем ребенок реально напиться не может, да? И третий симптом – чувство голода. Если эти симптомы есть, все, что надо сделать – определить уровень сахара крови. Это принципиальный момент. На это я прошу обращения. То есть диагностировать диабет на самом деле несложно. Для этого надо осуществить поход в любую лабораторию, которая в течение буквально нескольких минут может определить уровень сахара крови. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, если ребенку поставлен диагноз сахарный диабет, можно ли от этого излечиться? К огромному, преогромному сожалению, излечиться от этого нельзя. Диабет – это на всю жизнь. И с этим придется жить. Знаете, я вот часто встречался с семьями вот в первые дни после того, как им это было сообщено. По большому счету, люди находятся в совершенно кошмарном стрессе. Ну, вот реально не хочется жить. Я даже, когда изучал жизнь вот этого самого Пауля Лангерганца, который умер от туберкулеза в 41 год, который описал вот эти самые островки, вот на его камне надгробном была написана цитата из Гомера, из «Одиссеи». Я ее записал себе. «Горько заплакав, упал я на землю, мне стало противно жизнь, и на солнечный свет посмотреть не хотел я, и горько плакал». Вот примерно описано... Замечательно. Вот примерно этой цитатой описывается состояние людей, которые узнают о том, что у их ребенка сахарный диабет. И только потом, когда мы расставим все точки над «и», когда мы научимся с этим жить, мы начинаем понимать, что на самом деле при правильном отношении к этому заболеванию у нас есть все поводы для оптимизма, ибо благодаря современной медицине и современным технологиям диабет фактически из болезни превратился в особый образ жизни, который позволяет людям жизни радоваться. И я хотел бы, чтобы мы сейчас отправились на прием и посмотрели на людей, которые могут относиться к этому заболеванию правильно и с оптимизмом. Будет интересно. В отличие от многих своих сверстников, Антон с 4 лет понимает, что значит мамин вопрос. Ты гипуешь. У Антона диабет. И мама Антона знает, о чем спрашивает. Так как тоже больна диабетом, но считает, что надо сделать все, чтобы научить сына самостоятельно справляться с этой болезнью. В результате Антон, как и многие его сверстники, катается на роликах, любит путешествовать, посещает спортшколу и мечтает стать профессиональным футболистом в составе паралимпийской сборной. Мама и сын, которые знают, как не дать диабету победить себя, посетили в этот раз доктора Комаровского.
Это становится смыслом жизни для некоторых. Да, сами того не понимая, что, собственно говоря, задача родителя фактически научить этого ребенка жить с этой проблемой самостоятельно. Вот, например, я как мама четко понимаю, что да, у моего ребенка диабет, но я четко должна вот научить его всем знаниям, которые у меня есть, чтобы он, выйдя в самостоятельную жизнь, жил со своим диабетом самостоятельно, а не так, что есть мама, на которую можно всегда опереться. То есть, мне кажется, вот этот смысл жизни, который действительно родители делают из болезни своих детей, делает детей беспомощными. Я, собственно говоря, что хочу сейчас? Так. Чтобы все, вот которые нас слышат, угу, увидели вот этого мальчика, угу, вас, абсолютно нормальных, угу, понятно? Людей, которые совершенно не считают себя какими-то неправильными, понимаете? Угу. Просто у которых возникла в жизни проблема, угу, но к огромному счастью современная медицина знает, как превратить эту проблему, угу, из болезни в некий компонент образа жизни. Угу. Вот всем надо, чтобы жить, работать, угу, любить, есть, пить, радоваться жизни. Вот всем для этого надо дышать, угу, а вам, кроме дышать, надо, да, еще эпизодически сделать инъекцию инсулина. Да. Но при этом очень важно, чтобы в семье было понимание, что, угу, эта ситуация представляет собой не горе, это неприятность. Нет, это правда? Абсолютно... Да. Да. И поэтому, Антон, ты здоровый человек? Ну, да. Да. И ощущаешь себя здоровым. Да. И это очень важно, чтобы, угу, он себя таковым ощущал. Да. Да? Я просто с этим очень часто, угу, сталкиваюсь, когда в некой семье возникает у ребенка проблема, да, о которой нельзя забыть завтра, угу, да, то отношение к ребенку со стороны там, папы меняется, да, да, меняется. И вся семья начинает дружно ходить вокруг него на цыпочках. Да. Да? И папа уже говорит: сынок, да я на все готов. Да, да. Фактически они начинают его жалеть. Да, вот, да, то есть, да, они делают его беспомощным. Вот и, зависимым, что мы говорим, и зависимым от других людей. От других, правильно? Людей, и мы, да, уже с вами, ну, сейчас сразу... Самостоятельно. Совершенно верно. Да. И поэтому наш хлопец, он уже прекрасно понимает, да, что тот факт, что родители смогли научить его, угу, оценивать собственные ощущения. Правда? Mm-hmm. То есть, да, понимать, когда мне нужен инсулин, да, какой, в каком виде, куда мне его уколоть, mm-hmm, да, и так далее, и так далее. Он все это уже знает. Конечно, там, он, да, все это, да, знает. И это замечательно, да, когда он фактически готов к самостоятельной жизни, yeah, да, все, и он подходит к выбору тех, с кем он общается, mm-hmm, своей будущей жены, mm-hmm, и так далее, и так далее. Не с точки зрения, разбирается она в том, mm-hmm, что такое я гиповать, или, mm-hmm, не разбирается, понимаете, да? То есть он относится к миру точно так же, как любой другой ребенок. Да, и знаете, вот я, когда меня спрашивают, как вы вообще, вот у вас получается в семье двое диабетиков, это же такой ужас, у нас один, у нас там вообще голова пухнет. Я говорю, дело в том, что у меня вот такое отношение к этому заболеванию, что с медицинской точки зрения это бесспорно заболевание, бесспорно, оно растянуто во времени. Вот. Но с житейской точки зрения это образ жизни, и с этим образом жизни запросто можно жить, можно ходить своими ногами, можно заниматься футболом, как увлекается, ну, Антон. Чем, можно... кстати, каким спортом ты, ну, занимаешься? Футболом и плаванием. Да. Вот. И все это, ну, мне говорят, ну как же, все, это же вот там, ну, да, и гипо может быть, там, да, и это. Я говорю, нужно просто знать, как работает инсулин. И нужно, вот это просто еще такое, знаете, желание научиться. Вот как только родители хотят научиться этому, они запросто этому научатся. Это правда. Очень важно вот с этой проблемой не сидеть вот дома самим и не погибать в этом. Потому что в любом случае есть общественные организации, которые помогают, да, отдают поддержку некоторую. И самое важное, что и родители понимают, что они не одиноки в этой проблеме, но и дети тоже понимают, что и они не изгои этого общества. И, наверное же, это очень важно, что, угу, когда мы пытаемся, угу, заставить тех, кто там, угу, делать то, для чего они там, угу, то один человек, как правило, до них доораться не может. Но когда возникает реальная общественная, да, организация, да, да, то ее игнорировать сложно. К ней легче привлечь общественное внимание журналистов, угу, телевидения и так далее. Вот вы являетесь членом какой-то такой общественной организации? Да, да. Я, да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, какая есть проблема самая главная в вашей ежедневной деятельности? Самая главная проблема. В моей ежедневной деятельности это обеспечение инсулинами. То есть вы имеете в виду качество, да, препарат? Да, качество, да. Качество и, естественно, обеспечение
вот этими вот измерительными средствами, которые просто необходимы, угу. особенно для детей, потому что для того, чтобы понять, что с ними происходит, нужно, да, нужно все время измерять уровень сахара в крови, чтобы и транслировать ребенку вот, вот этот вот такой сахар, и вот что ты на него чувствуешь, чтобы происходила фиксация. И потом уже в дальнейшем можно тогда спрашивать, что ты чувствуешь, и хотя бы примерно понимать, какой уровень сахара у него там сейчас происходит. Вот это основная проблема. И еще в информации, то есть все равно, знаете, как когда, вот, например, у нас была проблема с садиком, что когда Антон заболел, когда Антон заболел, ему было 4 года. И когда поменялся заведующий в детском саду, то фактически нам сказали, что, вы знаете, с вашим ребенком очень проблематично, поэтому лучше, если вы будете сидеть дома. На что я узнавала и говорила, что диабет – это социализированное заболевание, то есть нет никаких специальных садиков, нет ничего. Есть моя ответственность, всю которую я ни на кого не перекладываю. И я таким образом организую свое пребывание ребенка в садике, вот, что это будет комфортно и это будет безопасно. И мы действительно там придумали целую систему. Замечательно. Вот. Как у тебя в школе сейчас? Часто возникает необходимость сделать укол? Нет, мы так подобрали, что мы как бы делаем уже определенную дозу инсулина, и мы знаем, что я приду как на обед с нормальным сахаром. Исключения бывают когда-то? То есть у тебя какая-то резервная доза с собой есть? На всякий случай? Или скорее кусочек сахара с собой? Кусочек сахара. Это скорее, да? Да. Понятно. Конечно. А как-то ты меняешь дозу, вот когда, например, у тебя урок физкультуры сегодня или как-то? Или все-таки удалось подобрать, чтобы на это... Не, удалось подобрать так, что вот всегда, в принципе, одинаково делаем инсулин. Ты сам же школишь себя сейчас? Да. Ну да. Да, насчет физкультуры он там чуть-чуть подстраховывается. То есть ну, он там, съедает, допустим, ну, если конфету это секция, перед то я, самой допустим, физкультурой. Там, вот. Сахар или два. Там. Если конфеты есть, то... Скажи, пожалуйста, а вот только честно. Но твои же друзья знают, что у тебя диабет? Да, знают. Да? Как они относятся к этому? Нормально. Вы же эту тему, в принципе, наверное, и не обсуждаете, да? Особенно. То есть... Ну, просто спросили, чем ты болеешь, я сказала, диабет. Они ну, ты ж, нормально ты ж, отреагировали. Ты правильно, нет, ты же просто неправильно отвечал. Тебе надо было говорить, диабет. Ну, если бы ты так ответила, они бы отреагировали. Или так, диабет, да, как-то так вот, да. А ты показал на своем примере, сейчас всей стране показываешь на своем примере, что это просто образ твоей жизни, который не мешает тебе заниматься спортом, ходить в школу, даже не брать с собой инсулин, потому что вы смогли отнестись к этому по-серьезно. Ну, правильно, да, подобрать дозу. Все, значит, это потому, что у тебя есть хорошая новость и плохая. Плохая новость – у тебя диабет. Хорошая новость – тебе очень повезло с семьей. В чем я тебя поздравляю. Молодец. Спасибо вам большое. Что самое главное в диабете? Это обучение. Поэтому во всем мире существуют школы для обучения пациентов, родителей пациентов. И основатель этих школ в свое время произнес такую фразу: «Нехватка обучения более опасна, чем нехватка инсулина». Да, то есть вот это, на это прошу обратить внимание. И теперь оглянитесь по сторонам, много ли вы таких школ знаете, да, и так далее, и так далее. На самом деле, действительно, как было произнесено, диабет – это социализированное заболевание. Тем не менее, пока страна не очень социализирована, в принципе, конечно же, хотелось бы, чтобы были и детские сады для таких детей, и специальные детские летние лагеря для таких детей, где бы были возможности контроля, где бы был не просто педиатр, например, в таком лагере, а педиатр, эндокринолог и так далее, и так далее. В общем-то, конечно, государство бы очень много могло бы сделать для таких детей. Но все упирается в средства. Действительно, если есть средства, то сделать болезнь действительно образом жизни и не более того – достаточно легко, достаточно легко. Но вот обратите внимание, ведь каких-то там 20-30 лет назад это же была ну, совершенно уникальная ситуация, когда человеку лечат сахарный диабет, когда 3-4 раза в день ему колят палец, потом ждут эти анализы, иногда несколько часов, иногда несколько дней. Когда есть там единственная лаборатория, куда надо записаться вовремя в очередь. Когда у человека с сахарным диабетом могут определять уровень сахара раз в месяц, например, и так далее. И так далее. Сейчас
современные технологии, современная наука изменила ситуацию самым принципиальным образом. Более того, появилось огромное количество специальных технических устройств. Ну, например, у этого мальчика вполне может быть в школе, в его портфеле, вот такой конвертик, да, и в этом конвертике будет лежать такой приборчик и специальный вкладыш, куда накладывается тест-полоска, на него надо капнуть каплю крови, вставить в этот приборчик, и он покажет тут же уровень сахара крови. То есть что надо? Надо приборчик, надо тест-полоску, и надо чем-то уколоть пальчик. Ах, чем-то уколоть пальчик? Не вопрос. Специально выпускаются устройства, куда заряжается стерильная иголочка, выставляется, на сколько миллиметров надо уколоть пальчик. Потом натянули пружинку, клацнули пальчик, получилась кровь. Взяли полосочку, прикоснулись, вставили в приборчик и узнали. И оказывается, что пока человек не научится контролировать именно уровень сахара, то считается, например, по американским исследованиям, что необходимо определять уровень сахара не менее 3-4 раз в сутки. И только потом, когда человек научится контролировать свои ощущения, он уже по симптомам, по тому, как он себя чувствует, сможет с точностью сказать, какой у меня сейчас сахар. Но ребенка этому всему надо научить. И этим приборчикам, да, и тому, как ввести вовремя нужное количество инсулина. И если раньше все, что мы знали, так это то, что бывают обычные шприцы, да, и шприцы инсулиновые, например, да, то сейчас наука и технологии шагнули так далеко, и оказывается, можно покупать действительно флакончики с инсулином, прокалывать пробочку, набирать какое-то количество, делать укол. А можно, если у вас есть средства, и вам повезло со страной обитания, или ребенку повезло с папой, который на все это смог заработать, взять особое устройство, которое выглядит примерно вот таким образом. И для этих устройств специально выпускаются в особых упаковках инсулин. И вот в это устройство он вставляется, этот флакончик. И после этого здесь выставляется необходимая доза. И потом вы укололи себе все это. И все это занимает секунды. Это стерильно. Это не больно. И вы понимаете, когда вот это все есть, то можно улыбаться и радоваться жизни. Да? Но надо, чтобы у вас был выбор вот вариантов инсулина, а их множество и по технологии производства, и по степени очистки, например, да, и просто люди, которые в теме, вы поймите, мы на самом деле сегодня вовсе не пытаемся кого-то научить, как лечить сахарный диабет. Мы пытаемся довести до вас тот факт, что этому надо реально учиться. И что у вас есть огромные возможности жить нормально. Другой вопрос в том, что вот тот самый сахарный диабет второго типа, который многие годы считался исключительно взрослой болезнью, стремительно уходит своими корнями в детство. Потому что ваши дети сидят перед телевизорами, не получают физических нагрузок, имеют огромное количество сладких напитков, эпидемия ожирения стремительно распространяется в детском возрасте, и вместе с ней к детям приходит диабет. Но огромное количество лекарств, которые используются взрослыми в виде таблеток, не применяются в детском возрасте. И даже для пациентов, для детей с сахарным диабетом второго типа, единственным способом лечения остается диета, физические нагрузки и все тот же инсулин. Здравствуйте, доктор. Скажите, а какая норма сахара в крови у детей? Ну вот, например, для 2 лет. Ну вот особенность уровня сахара крови нормального состоит в том, что нормы абсолютно одинаковы для всех. То есть для годовалого, 2-летнего, 5-летнего и бабушки 85 лет норма сахара крови одинакова. Кстати, я сразу же хотел обратить внимание на то, что всегда, когда мы произносим фразу «сахар крови», мы, естественно, что имеем в виду? Именно глюкозу. Да? Глюкоза. Так вот, уровень глюкозы крови равен у всех, независимо от возраста, 3,3-5,5 единицы особые миллимоль на литр. Вот эта норма, которая, как правило, определяется натощак утром.
Вот такие должны быть цифры. Максимально возможная цифра, как максимально возможно, критическая цифра звучит вот так, 6,1. Считается, что если выше, чем 6,1, это однозначно сахарный диабет. От 5,5 до 6,1 считается преддиабет. И, как правило, если сделан натощак анализ, и вы получили вот такие цифры, или больше, чем эти цифры, то не надо надеяться на то, что произошла какая-то непредвиденная ошибка. Конечно, желательно всегда сделать еще 1-2 исследования, но если эти цифры имеют место, у вас диабет. Надо посмотреть правде в глаза и научиться контролировать себя, своего ребенка, свой образ жизни и так далее. Еще один вопрос, Евгений Ильич. Скажите, пожалуйста, значит ли это, чтобы избежать диабета, давать детям меньше сладкого? Это как бы... Никакой прямой зависимости между количеством сахара и риском возникновения сахарного диабета первого типа не существует. Ну а что касается сахарного диабета второго типа, то сладкое есть можно, но при этом надо контролировать вес и физические нагрузки. То есть если ребенок ест много сладкого и сидит на диване, то у него выше риск ожирения, а сахарный диабет второго типа связан именно с ожирением. То есть ожирение, есть риск диабета. Естественно, есть сахар, тире, сплошь и рядом, есть ожирение. Вот отсюда риск, собственно говоря. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а народные методы могут помочь ребенку при диагнозе сахарный диабет? Народные методы могут убить человека очень легко. Единственным способом лечения сахарного диабета являются цивилизованные методы. Методы, предусматривающие использование инсулина, когда речь идет о сахарном диабете первого типа, и использование инсулина плюс диета и физические нагрузки при сахарном диабете второго типа. Вообще, я вам честно скажу, что есть один очень такой специфический нюанс народной медицины. Когда речь идет о сахарном диабете первого типа, очень такая необычная ситуация, связанная со следующим. Как правило, когда поставлен диагноз, и родители находятся вот в эмоционально убитом состоянии по поводу того, что вот им объявили приговор, они пытаются найти кого-то, кто закроет эту тему. Да? И, как правило, находится куча целителей, которые говорят, подождите вы с вашим инсулином, сейчас мы вас спасем. Но есть уникальное такое явление, которое получило даже название особое – медовый месяц сахарного диабета. В чем тут суть? Вот когда обычно ставится впервые диагноз там, ребенку вот в возрасте, допустим, там 4, 5, 6 лет, да, то еще не все клетки, вырабатывающие инсулин, погибли. Есть процентов 10-15 клеток, которые уцелели. И когда начинают вводить инсулин, то эти уцелевшие клетки, нагрузка на них уменьшается, и они начинают работать лучше. И на какое-то время, иногда на месяц, реже на 2, иногда даже на полгода, возникает реальное улучшение состояния. Когда кажется, что никакого диабета нет, что он ушел куда-то. И вот этим очень часто пользуются народные целители, которые говорят, подождите, хватит лечиться, идите к нам, мы вас спасем. А потом, когда становится плохо, опять бегут к врачам, да, и тогда народные целители говорят, мы вас дальше лечить не будем, потому что вы опять колите инсулин. В общем, это надо знать всем, и на эти удочки не попадать. В общем-то, вы знаете, меня вообще иногда удивляет, когда даже на центральном телевидении всякие знахари рассказывают о том, как они лечат детям диабет. За это, с моей точки зрения, надо вообще лишать допуска на телевидение. Это очень опасно. Евгений Олегович, еще вопрос, пожалуйста. Наличие сахара в моче и ацетон имеет ли какое-то отношение к сахарному диабету? Конечно же, имеет. У нас, если вы вспомните, была целая передача про ацетон. Сейчас мы кое-что кое-кому напомним. Но суть в следующем. На самом деле, когда уровень глюкозы крови, вот, например, там 6,2, 6,5, это сахарный диабет. Но при этом уровне глюкозы крови, глюкозы в моче нет.
Как правило, почка способна не пускать глюкозу в мочу до определенного уровня. И этот определенный уровень получил название почечный порог. Как правило, он составляет 10 ммоль на литр. То есть, если в моче обнаруживается сахар, это значит, в крови он выше, чем 10 ммоль на литр. Поэтому, конечно же, иногда, когда нет денег на вот это все, тем не менее, иметь тест полоски, который можно просто макнуть в мочу, да, это проще и дешевле. Тем не менее, мы должны знать о том, что когда клетке не хватает глюкозы, то клетка начинает особый процесс обмена веществ и начинает получать энергию из запасов жиров внутри клетки, а промежуточным продуктом обмена жиров является ацетон. И тогда в моче появляется ацетон, который является признаком того, что клетке не хватает глюкозы. Теперь возникает вопрос, почему клетке не хватает глюкозы? Не хватать глюкозы клетки может по двум причинам. Первое. Есть реальная болезнь, которая называется сахарный диабет. Нет инсулина, появляется ацетон. И вторая ситуация. У ребенка закончились в организме запасы сахара. Например, потому что он не ест, не пьет, высокая температура, интенсивные физические нагрузки. И, как правило, в абсолютном большинстве случаев, когда у ребенка в моче появляется ацетон, это не имеет никакого отношения к сахарному диабету и лечится иначе, не инсулином, а к сладким компотам. Да? Тем не менее, когда у ребенка повышается ацетон, и это регулярно, например, то определить уровень глюкозы крови, конечно же, надо. Это позволит окончательно определиться с диагнозом. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Итак, давайте подведем итоги. Главное, диабет – это не болезнь, а образ жизни. И для того, чтобы диабет стал образом жизни, вам надо очень многое знать. Конечно, больше всего хотелось бы, чтобы эта тема в принципе обошла вас стороной. Ну, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.